Двух соучредителей Жлобинского подпольного покерного клуба приговорили к 1,5 годам колонии, денежному штрафу и компенсации за причиненный ущерб государству. Посетители заведения долгое время играли на деньги, в клубе проводились турниры с призовыми фондами и кэш-играми, хотя официального разрешения на этот вид деятельности хозяева не получали. В итоге мужчины стали фигурантами уголовного дела о незаконной деятельности в сфере игорного бизнеса. Клуб «Кадиллак» действовал 5 лет. Его руководителем являлся 44-летний местный житель, а партнером 38-летний земляк. За это время свыше 300 игроков из Гомельской, Могилевской и Минской областей стали завсегдатаями клуба. Конец его работе поставил звонок обиженного клиента на горячую линию Министерства по налогам и сборам. Мужчине не выдали чек при покупке фишек. Подозреваемые признаны виновными в предпринимательской деятельности, осуществляемой без специального разрешения, сопряженной с получением дохода в особо крупном размере. Мужчин приговорили к 1,5 годам колонии общего режима.